Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кирилл Геймер, Робби, Крошка-Крошка, Дэн, Санек, Данил Интифай, Фуфло. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет! Привет! И омлетики! Ребята, мы скачали очень классную карту «Запутанная лестница» и будем убегать от аниматроников из фильма. Если опять не кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. А где он? Я его не вижу. Он бежит! Сзади. Бежит! Быстрее, быстрее, быстрее! Максим, а ты где? Я за тобой иду. Я за вами наблюдаю тут. Я тоже хочу за вами наблюдать. Я был на следующем острове зеленым. Ребятушки, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И залетайте в наш Дискорд и Телеграм. Я его слышу. Я его тоже слышу. А я сразу Сереге сказал, что будет сложно. Он мне не поверил. Поэтому, Серега, страдай сегодня и мучайся. Но тут есть такая фишка, что любой может просто упасть вниз и сразу разбивается. Потому что, когда вы падаете в пустоту, вас сразу ваншотится. Минус 100 хп. Так. Я буду вас искать. А я наверху на кубе. Меня можешь увидеть. Ой, кстати. Серега за нами идет, Дим. Я вижу. Он меня не убьет. Нет, он меня может убить. Беги, Кирилл, быстрее, беги! Сережа! А что именно за нами бегает? Есть же куча людей, которых можно убить. Да, например, Дима. Нет. Вот он, подо мной. А что, бежит, что ли? Ну да. Крошка-крошка, стой на месте. Все, он, короче, решил побежать в другую часть карты. Ну и правильно делать, потому что там, мне кажется, легче будет пацанов убивать. Зря ты чуть не спрыгнул, 87 хп у тебя. Я не собирался прыгать. Вот он бежит, смотрите. Во, я вижу, там уже куча людей засуетилась. Максим бежит. Максим! Привет! Улыбнись! Тебя снимает скрытая камера. А, ой. Я вас специально отвлекал, что в это время Серега вас убил. Давай, Сережечка, мочи их всех, мочи! Он ко мне бежит. Давайте возьмем камеру в руки и будем наблюдать. Максим, он, кстати, может тебя убить, даже если из-под низу будет стоять. Я знаю. Смотрите, смотрите. Ой, Дима. Давай! Так, как к Диме привести его? Да не надо ко мне его вести. А тут, кстати, очень это легко выживать, да. На самом деле. Сейчас Серега, ты уже не один. Как я и сказал, что кто-то упадет вниз. А кто у нас умер? Пуфлика нашел. Данил Антифай, как ты предсказывал. Ребята, я перед записью просто предсказал, кто как будет умирать. Мои предсказания сбылись. Ё-моё. Сейчас будет намного проще, потому что два аниматроника, это все-таки можно делать окружение, засады делать красивые. Ну да, я уже веду к вам двоих. А их двое? Я случайно, я их не знал, то, что они бегут. Так я только одного вижу. А один уже к нам поднимается, и тут второй, наверное. Нет, бегите, глупцы! Второй внизу. А. Вот они двое тут. Ну давай, Сережечка. Чё, давай, беги сюда, помогай мне их ловить. Да, если бы у вас было двое, уже кто-то или свалился бы вниз, или все-таки смогли бы поймать. Да, он приближается. Я бегу. Теперь надо как-то нам отсюда свалить, только как это сделать? Смотрите, анализируют ситуацию. Как же поступить, чтобы убить нас? Еще один пришел! Я сейчас встречу. Не-не-не-не-не-не-не! Надо валить отсюда быстрее! Кирюха, спасайся! А тут еще один аниматроник стоит на лестнице. Так, видите? Окружают. Давай, Диму. Да нет. Да ну вас нафиг, я лучше жизни потрачу. Я живым не дамся. Есть, ребята, я свалил от них. Отлично. Я спустился аккуратно. По голове аниматронику прыгнул, представляете? Стоять, Дима! Это было сильно, кстати. Ау, я упал. Все, ты умер? Нет, у меня 4 хп так снялось. А у меня 50 хп еще. Нет! Что там? Беги, Дима. А, блин, он сзади. Щит свалился. Блин, не-не-не-не-не-не-не, Сережа. Блин, я вас обманул. Красиво выживаем, ребята. Ну, зато я очень красивый. Ну, пацаны, ну отстаньте, пожалуйста, от меня. Ну, пожалуйста, отстаньте. Стой! Блин, а как же мне... Подожди, ребята, давайте будем мыслить критически. Как же мне их обмануть? Эх, красиво! Это было мощно! У меня жизни очень мало! Очень! Ладно, давайте наверх пойдем. А чтобы... Почему бы и не пойти наверх? Блин, я так переживаю сильно. Потому что я хочу выиграть! Так, уже 3 аниматроника! Так, пока они там расчехляются, потрачу жизнь, хоть бы я не умер. Блин, нет. Да я думал, у меня жизни немножко останется еще. Так, хорошо, давайте перекличку. Кто живой? Я.
Я. Ооо, ребята, ну все. Да на самом деле я поддался. Все, я вижу скелета, я бегу за скелетом. Все силы, пацаны, мы должны их всех убить. Что, убил Санька? Санька убил. Хорош, молодцы. Так, здесь стоит аниматроника АФК. Еще один. Пацаны, вы что падаете? Давайте выживать красиво. Это аниматроневский дождь, аллилуйя. Так, ну что, я перекрываю ему проход. Давай, гоняй его, а я здесь буду. А где последний, Дим? А вот шкерица с тремя столбами выживает. Умри! Кто еще остался? А теперь меня ищите. Дэн остался живой. Так, пацаны, я догадываюсь, где Дэн. Он там вот в этом клубе. Я его нашел. Все, поймал. Поймал, я его убили? Ага, вышел, когда Кирилл бежал. Отлично. Дэн, ты победитель этого раунда, молодец. Ну, раз у нас Дэн победитель, Дэн будет и начинать следующий раунд. Пацаны, разбегайтесь, быстрей! Ну и все, красиво, выживаем. О, блин, чуть не упал. Вот так вот по глупости можно и свалиться вниз. Один пожар. Максим, ты чё гонишь? Максим рахитоид. Рахитоид! Дима, осторожно. А я вижу, блин, хорошо, что предупредил. Стой, Дима. Нет. В смысле нет? Я убежал. Куда ты убежал? Далеко убежал, ты меня не найдешь никогда в жизни. Давай в самом низу встречаемся, если ты не ссышь. Так, можно немножко жизнями... Нет! Я случайно упал вниз! Да это глупость! Это случайно! Из-за Максима упал! Дима, понимаете? Я с тобой вместе упал. Да ладно, я поддался специально. Не, я поддал... Да не, какие шансы? Все. Я должен Серегу убить, понимаете? У меня теперь месть. Убить Серегу. А где Серега? Бегите все там Кирилл Геймер. Бегите все там? Хорошо, договорились. Все там бежим. Все там. Не тут, да? Там. Так, я думаю, что так. Серега где-то здесь выживает. Так, поднимаемся на самый верх. А никого нету здесь. А чем мы тут бегаем, если никого нету? Что за бред? А были, я помню. А Серега? Так, ну что, давайте тогда будем идти сюда. Вижу. Вижу жертву. Пора тебе прикончить. Так, пацаны, давайте я вас жду. Я перекрываю вход. А где? Ну там, где самый маленький участочек такой. Бегу. Я бегу, Дима. Тут есть скелетос бегает, мы должны его замочить, вон он. Убегает! А ё-моё, он перепрыг... Боже, какой хитрый жук, пап! Вы видели, как он красиво поступил? Хорошо, я его не отпущу. Ах ты жопа, он зато так долго не... Все, он сам себя запер в ловушке. Помните, где мы последнего убили? Ну, предпоследнего. Я его жду тут. А чё я умер опять? Да он как-то... умер. Как-то странно, я ему раз умираю, это как работает. Вы его убили, я вижу. Так, давайте перекличку. Кто живой? Я. О, Серега живой. Серега, я слышу твой запах скелето этого папайруса. Папайруса. Не. Это тебя не спасет. Я знаю. О, давайте, тут же есть помещение. Давайте здесь их поищем, потому что тут по-любому кто-то ныкается. Кто не ныкается? Кто-то уверен был, что здесь. Может, не, здесь? Я в сторонике сижу. Серега, ну где ты? Да. Я прячусь. А, ты решил вот так, да? Хорошо. Да, я тут притаился. Серега, ты что, последний, что ли? Нет. Я, походу, еще нет. А кто еще? Фуфля? Да. А может, ты... Мы с Фуфлей. И Дэн. И Дэн. Так Дэн же начинал искать. Как вот он может. А, точно. Блин, пацаны, мы должны объединить все усилия. Видите, что Серега делает? Просто зашкирился и не хочет выходить. Серега, я знаю, что ты где-то здесь. Смотри, я прям приближаюсь к тебе. Не знаю почему, но мне кажется, ты где-то здесь. А, ты прошел только что меня. Неверимо, неверимо. Не-не-не, Серега. Это уже вон ты я какие-то... Вижу. Это только я так могу обмануть. Да не, Серега, ты меня не видишь. Я бы тебя тоже бы как-то нашел бы и увидел. Я тебя вижу, а ты меня нет. Эй. Ты опять мимо меня прошел. Так, блин, я уже в другом месте карты, как я могу это делать? Ну, Серега, ну не обманывай людей. Так вот, я у тебя на голове сижу. Так, ну ладно, его здесь нету. Хорошо, давайте будем тогда в другую часть карты идти. А ё-моё, вонючий аниматроник падающий. Так, давайте тогда размышлять по-другому. А может ли он там где-то? Нашел! Где он? Ропошник. Один был под лестницей. Я как и знал. А где тут же много лестниц? В самом внизу карты под лестницей. Ну не Серега ж там был, правильно?
Нет, там был Кирилл Геймер. Так. Как же вы так хорошо бегали вокруг меня? Ой. А Серега у нас получается самый хитрый, да? Раз мы его найти не можем. Наверное. Сережа, выходи. Нет. Я тебе обещаю, мы тебя убивать не будем. А не, он здесь, пацаны, вы что, гоните? Нет, я понял, кажись, где он. Где? Он, наверное, за этим зданием. Вот он! Сережечка, есть! Стоять! А я прочувствовал, я говорю, что я запах чувствую. Серега! Фух, блин, а? И что, ты последний, получается, или еще кто-то живой? Я фуфля. Фуфля? Серега, ты не выиграл. А хорошая была тактика у тебя, просто забежать и крысятничать. Кстати, на удивление, я тут долго просидел, тебя даже никто не нашел. Это уже удивительно как-то. Ой, о, ура, нашли меня! Спасибо, Серега, убивай! Я убил его. А где он был? Так он там же, где и я прятался, в другой двери. Блин. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд, Телеграм. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока!